ТВХП представляет. Сегодня играем в игру под названием Space Scavenger. Это для тебя, для тех, кто не видит за моей вебкой название игры. А вот здесь написано Space Scavenger. Это, короче, что-то наподобие чего? Что-то наподобие спора, насколько я понял из описания. Спор в космосе. Это также roguelike, как типа Isaac, как типа Risk of Rain. Я подобного игры типа люблю, прямо почитаю, прямо играю, да, замечательно. И эту игра, как только она вышла, я сразу купил, почитав описание, мне показалось, она будет очень интересна, давай смотреть. Здесь, короче, процедурно генерируемые миры, целиться, стрелять, это я понял, это ездить, отсканировать все планеты, когда пошло звучит немножко. Отсканирую мое, о, привет. А мне для этого ничего делать не надо, надо просто подлететь, да? А, нужно подлететь и по кругу. Шарахнуть, да. Лазер на Е. А, вот, да, и мы, короче, летаем за такой куб, но на этот куб, встречая какие-то разные элементы, мы можем цеплять их. Где-то уже механика этого была, и не раз. Вот, допустим, мы лазер сюда херанем, и как бы... А почему буквы через один? Это нормально? Так, вот, и теперь у меня есть лазер, теперь я могу стрелять на ЛКМ, а на ПКМ у меня какой-то ток. Не знаю, что он значит. Так, переключите оружие 1-2. Один. Капсула. А, короче, один, я когда нажимаю, я выбираю какие-то элементы своего корабля. То есть, нажимая один, я могу выбрать любое оружие, которое у меня там будет доступно, либо какой-то... этот, как он... Так, вот на правую я поставлю лазер. Какую-то примочку, может, тут будут какие-то модули, не знаю, более чем уверен. Уничтожьте всех противников. Ну, давайте мне кого-нибудь хотя бы. Если мне противников дадите, я обязательно кого-нибудь уничтожу, если стрелять. Можно лазером. Вот, кстати, какой-то у него... Я так... Это деталь? Могу я ее херануть себе? Нет, к сожалению. Давайте, короче, быстренько пройдем обучение и быстренько посмотрим порыгнуть. Ну так я прыгнул. А вот и все. Собственно говоря, обучение было. Это все? А можно мне... А, все. Все, мне просто так безапелляционно выкинули в главное меню. Давай. Вообще игрушка играется на этом какую? А, это ранний доступ. Блин, это ранний доступ, я что-то не знал. Играется на джойстике, но я играю на мышке с клавиатурой, ну потому что как бы так удобнее. Да и джойстик что-то я не подключил, не знаю. Лень. Если будет неудобно, конечно, подключим контроллер. А пока мышка с клавиатурой... Так, нет, дай мне лазер-то. А, нет у меня нихера пока никакого лазера. Давайте искать какие-нибудь детали для того, чтобы... сделать себе нормальный корабль. Давайте бы. Вот. Опа. Так, я сейчас собрал. Лазер. Пожалуйте. Справа его поставь. Ну, поставь его как это. Нет. Наоборот. Ладно, нельзя так. Странно, почему. Я хотел его поставить, чтобы он его так перевернуть. Наверное, нельзя, он односторонний. А ладно. Мне что, нормально все. У меня лазер есть, мне уже хорошо. А, так. Все, нам никаких заданий... А, планету же мне нужно отсканировать. Точно, планету совсем забыл. Так, сканируем. Это у нас, ну, что-то наподобие Земли. Все? Это такой маленький уровень, больше здесь ничего нету, можно варпнуться, хорошо. Я надеюсь, дальше будет больше, я надеюсь, дальше будет интересней. Потому что первый уровень какие-то прям слишком легкие, я даже немножечко прям растеряюсь. Только я собрался в кого-то стрелять, собирать какой-то огромный себе корабль. Вот, к нападению получишь монстров, а тут взяли, короче, и мне сказали, уровень пройден. Ну ладно, это был только первый, это, в принципе, нормально для первых левелов. Так, давай земля, нашел землю, быстренько отсканируем. Людишек отсканируем, посмотрим, что они там делают на своей земле. Какие-то уже черви пошли опасные. Так, почему у меня лазер на левую? У меня у лазера есть патроны? Я правильно понимаю? Ну, в смысле, заряды. Кстати, вот этот мой ток справляет... О-о-о-о-о! Свиноты, ты что такой здоровый-то? Офигеть. Или это... Ну, видите, я лазером стреляю, а у меня снизу тратится вот какая-то шкала, я не знаю, что она значит. А, тихо. Но она восстанавливает, это уже радует хорошо. То есть патроны у меня бесконечные, а не ограниченные. Я уж испугался, что нужно экономить. Это я не люблю. Кто я такой, чтобы экономить что-то? Я себе привык ни в чем не отказывать. Ни в патронах, ни в лазере, ни в токе, ни в чем. О! Карта! Карта слева, снизу есть карта.
Как хорошо, что я это заметил. А то бы я сейчас как дурак здесь плавал бы в космосе и не мог понять, куда мне... Ай-яй-яй-яй-яй, ты охерел, что ли, скат? Ты кто такой? Что за какахи ты меня пуляешь? Слизни нормально, слизни вообще уже ничего не, для меня не представляют никакой опасности. А что надо сделать? Уничтожить всех врагов? Две планеты я отсканил. Вот я вижу врагов. А, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так-так-так. Нету ничего. Но я собрал какие-то детальки. Вообще, я видел в трейлере, что есть такой огромный молоток себе ставишь. И вот эти вот валуны, вот эти вот астероиды, которые с кристаллами, их можно разбивать. И, собственно, эти кристаллы собирать. Правда, не знаю, зачем кристаллы, нахер они вообще нужны, кому залить. Так, давайте быстренько всех убьем. Попробуем найти еще какие-то... Винтовка! Привет. Тихо. Вот есть какие-то спокойные слизи, а есть агрессивные слизи. Вот агрессивные слизи мне совсем не нравятся. А как я поставлю сюда? Винтовку? Серьезно? Блин. Слушай, ну я не знаю. Так получается, что я не могу ее поставить вот... Я же не могу поставить ее, да? Никак ее перевернуть. Вот R, F, Z, X. Не, никак не могу. Ах, хорошо. Давай так, пусть она у меня будет. Оно мне точно, оно мне будет смотреть назад. Если кто-то за мной будет лететь сзади, подкрадываться будет, так сказать, какой-нибудь жопный монстр, да? Который только с жопы нападает. Я быстренько в него стрельну. Вот так вот, смотри, я лечу, он нападает сзади, сейчас тебе покажу. Вот, смотри, он нападает сзади, такой ха! Ха! И вперед, ха! И зад, ха! Вот так вот, понял? И все. Так, все, вот вижу в левом верхнем углу, в левом нижнем углу один монстр, я его пойду убью. И мы пройдем на следующий ловушку. Главное не путать левую кнопку мыши с правой кнопкой мыши, потому что я могу. Да прыгни, да варпнись, господи, надо зажимать F, а я нажимаю. Так, если вы отсканируете планету на уровне, вам откроются локации всех оставшихся врагов. А, то есть мне показали, где враги, только потому, что я отсканил планеты. Нихерашеньки себе. Так, хорошо, давай проверим винтовку. Ну ты... Подожди, задом же стоишь, задом. Не, ну вообще норм. Винтовка норм. Так, что за броня? Броня. Давай я ее поставлю на жопу. Чтобы мне сзади... Да, это же жопа моя, да. Чтобы ко мне сзади не подходили, а полетели сканить планеты. Вообще было бы классно, если бы он, когда я отсканирую все планеты, показывал бы еще частицы, которые я могу, типа там... Ну, заброшенные корабли, из которых я собираю оставшиеся детали. Мне вот это гораздо интереснее было, нежели месторасположение всех врагов. Это, конечно, тоже важно. Ай, зараза. Вот какая-то луна с кристаллами. Не, винтовка сзади, это, конечно, очень плохая идея. Она практически не помогает, если я о ней не вспоминаю. Я о ней не вспоминаю, соответственно, она мне не помогает. Такая вот логика. Так, быстро сканим планету. Тихо, раз, два, три, опс, хорошо. О, корпус, все, все, корпус, это победа, смотри. А, это же пауза, да? То есть, если кто-то на меня нападал, он не будет нападать. Ну, вроде да. Так. Корпус. Да хрен знает. Ну, будь пока тут. А, вот, все. А, на, спереди. Все, теперь у меня, короче, ПКМ, ЛКМ. Вот это уже нормально, вот это уже приобретает какой-то серьезный оборот. А могу я задамажить? Это что такое? Ага. Могу я задамажиться об то, что... О планету, если я в нее врезаюсь или что-то там, потому что я неаккуратно мимо нее пролетел. Не, винтовка посильнее. Винтовка прям посильнее, я это отрицать вообще не могу. Это будет нечестно с моей стороны. Отрицать, что винтовка гораздо сильнее. Другое дело, что не было возможности у меня ее... Так она еще и отражает, нихера себе. Так, все, летим, короче, за одним тем... Опа. Не, не показывает. Вот остатки кораблей... Пила. Давай я, короче, защиту назад, а пилу вперед. Я же говорю, это просто какой-то спорт. Тогда не лазер, тогда подожди. Вот здесь тогда будет у нас пила. А давайте тестить пилу. Давай, сюда иди. Скотина. От слова скат.
Normal day. А, и ты был, собственно, враг. Все. Летим, короче, в правый верхний угол. Зачищать там территорию. 119 из 150. Это вот чего? Ну... А где мои хп? А, это хп мои. Я только что нашел свое хп. Блин, нет, вот эта пила, это, конечно, плохая идея. Потому что я еще пока не слишком хорошо управляюсь со своим кораблем. Маленький двигатель. Ничего себе. Маленький двигатель. А что мне даст? Я и так вроде летаю. Так, пила, ты, короче, будь, да, но пока мне не мешай. У меня лазер-винтовка отлично справляется без тебя. Если я буду зажимать одновременно левую и правую кнопку выше, у меня будет вот такая вот история. Ну, вроде все. Смотри, сколько деталей собрал. Прям корабль какой-то вырисовывается, уже интересно. Зажимать. F, зажимать надо, не нажимать, зажимать. 2 хп, ну запомни, ну ё-моё. Так, погнали дальше. Я секундомер не включил, я включу. Так, погнали. Какой-то странный уровень. Хочу молоток. Хочу молоток. Ай, ай, зараза. Разбивать астероиды с кристаллами. Понимать, что это за кристаллы. Нахрен не нужны. Винтовка зажимаешь, не стреляет вообще. Это грустно. Винтовку нужно спамить. В этом ее... А ну, кстати, да. Винтовка же тебе не автомат. Правильно? Даже если в Call of Duty играешь, если ты стреляешь с винтовки, то у тебя каждый выстрел, он как бы отдельный. Так чего меня прижали-то? Дайте мне выплыть отсюда. Полетать там, посмотреть. Просторы. Понюхать природу. Космическую. Что-то как-то сложно прям становится. Серьезно, я же хпшку столько потратил. Так, давай сломаю корабль. Меня еще, кстати, так относит. То ли от... Вот смотри, я типа... В космосе вишу, да? Но если я стреляю винтовкой, то меня прям относит. Я вот рука, смотри. Видал? Вот так вот. 61 хп осталось. Как мне восстановить жизни? Может, мне имеет смысл все-таки пилу включить? И, допустим, раздел... Слушай. Кто это? Так, дай-ка я пилу активирую. Спокойно. Попробуйте... Да, можно! Так, ну пошли в жопу. Я тут режу. И чего? И что я сделал? Ну разрезал. И что это такое вообще? Это какой-то живой астероид. Может, это, кстати, место, где спаунятся вот эти вот жуки. Пойдемте сканить планеты. Совсем забыл про планеты. У меня основная мысль, основная идея, основная миссия — это сканить планеты. Чего я привязался к этим слизням? Ну, я привязался, потому что они на меня нападают. Я как бы не могу это игнорировать. Я же не Иисус. Чтобы подставляли, типа, били меня по левой щеке, я подставлял правую. Нихера, я буду ставить себе пилу. Сразу не дали. Если меня ударят по левой щеке, я в правую щеку возьму себе пилу и разрежу того, кто меня ударил. Меня, кстати, пила тоже почему-то относит. Нет, пила не годится. Для каких-то солнечных бета... Что? Солнечная панель. А, ну, у меня единственное пока место, куда ее можно запихать, вот туда я и поставлю. Так, отлично. Убираю пилу, ставлю лазер и двумя лазерами... Ой, в смысле, винтовкой и лазером зачищаем. А, возможно, сейчас найдем еще какой-нибудь кораблик. Я вот здесь вот. А, сейчас. А, разведаю территорию. Обязательно. Главное не врезаться в слизни. У меня очень мало хп, и мне пока не дают. Вот это я собираю детали, это хп? Нет, это не хп, это какие-то жизни. А вас я не могу, да? А, да ладно! А чё мне сразу не сказали? Алло, обучение, ты вообще для чего надо-то? Чтобы научить меня каким-то механикам, нет? Не чтобы я сам до этого додумывался. Так вот эти штуки меня хелят. Какие-то маленькие. А это у меня от винтовки, серьезно? Да, это гильзы от винтовки, нихера себе они остаются. Вот это прям проработка, вот это прям уважуха. Я что летаю? Вот что я летаю. Лазер. Я, значит, что, не мог... Немножко не понял, зачем мне солнечная панель. Вот она мне дала какую-то... Один кристаллик. Ну, я уберу защиту, потому что... Ага. А если вот так? А лазер мы...
Значит, винтовку уберу. Но она мне все равно не нужна, чтобы она мне в жопу стреляла. Нет, мне это нафиг не надо. Все, тогда погнали. Собрали, смотри, мы какой уже классный кораблик. Так, я еще хотел найти, может, какую-нибудь... А планету нельзя распилить? Нельзя. Все, погнали тогда на следующий уровень. Нужно немножко подхелиться. Нужно найти какие-нибудь детальки, чтобы не восстановило ХП, потому что слизни какие-то супер-мега-агрессивные. Они настолько ХПшки уже сняли. Блин, классная игра, мне нравится. Я прям в нее позависал, прям в нее поторчал, прям она... Прям то, что я люблю. И если тут открываются еще какие-то... Ну, как в рогаликах, знаете, открываются новые детали, когда ты проходишь, что-то там разблокируешь балка. А, это магаз. Это магаз. Хорошо. А, нет, подожди. А, фу. Так, и хпшка. Починиться. Давай. Еще. Ну, извините, у меня только на починку хватило, серьезно. Ну, по крайней мере, я знаю, как добывать кристаллы. Я просто думал, там молотком этим, а кастой пилой тоже можно, я же откуда знал. Пулемет, арбалет. Ну, мне вот балку бы классно было купить, но нет у меня 3 кристаллов, поэтому погнали копить деньги. Так, привет. Погнали куда-нибудь. Вот, сразу планета. Я пока планету не увидел, вообще забыл опять, что мне нужно делать. Что у меня основная идея — это сканить планеты. Все, всего одна планета? Серьезно? Так, а из вас можно что-нибудь? Можно. Это ты кто? Ты кто? Вонючий жук? Так, подожди, мне надо оружие настроить. Что-то я совсем не настроил. Лазер 1. Лазер... Они вместе стреляют, я так правильно понимаю? Даже если я... Да, они стреляют вместе. Хорошо. Так, и пила будет. Вот здесь вот будет пила. Вот здесь будет лазер. Все, хорошо, погнали. Так, труп жука. Трупный жук. Жукный трук. Это что такое? Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Что мне сразу не сказали-то? Что не надо в цветочек стрелять. То есть его вообще не трогать. Это что такое? О, привет, корабль. А, что, с тебя ничего не выпало? Ну-ка, поделись. Так, кристаллики, тихо. Вот. Короче, кристаллы в тех, где они виднеются. То есть белые. Белые такие голубенькие по эти промежутки между камнями. Ну, вы поняли, да? Там, где видно кристаллы, там есть кристаллы. Где их не видно, их там их нету. Ух ты, мой, сколько кругов много. О, креветка, привет. Что это мне дало? Что такое было? Это, наверное, что-то хорошее. У меня есть уже один ускоритель. Базово работает во все стороны, груз, ускоритель. А где описание? Где посмотреть, как бы, что она делает? А ну-ка давай, это сниму. Ну, протестим. Ага. Он, короче, в стороны меня ускоряет. А, ну мне так не по... А можно... Или можно, подожди. А на него поставить движок, да? Да. Ух, нихера, хорошо, я когда думался, а то сейчас улетел бы. Так, все, мне показали врагов, я планету одну отсканил. Мне нужно еще тяха не трогать цветок. В жопу его. Мне нужно поискать кристаллики, подкопить немножко, чтобы апгрейдить свой корабль, чтобы что-нибудь купить классное. И все. Нужно добить всех жуков и варпнуться, прыгнуть в портал или куда-нибудь там еще. Вдруг дальше будет что-нибудь больше. Вообще интересно пройти весь этот уровень первый. О, что-то вижу интересное. Вижу что-то интересное. Я не про креветку, я про вот эту штуку. Ракетница. Куда ты ставишься? Никуда не ставится, подожди. Я правильно понял? Низкий запас кислорода. Кислорода низкий запас? В смысле? А что, и что мне делать? А, так мне надо уничтожать всех. Подожди, все, я понял. Я броня. Нет, не надо. Все, варп. Мне, короче, дается на уровень кислород. Ты понял? По-моему, так. Не, ну мы за сегодня все это не пройдем, конечно. Что-то многовато слишком. Тут еще пару времени, я думаю. Так не было же у меня кислорода, подожди. Нормально же все было. Чё-то какая-то вообще началась. Какая-то каша.
Большая солнечная панель. Зачем мне солнечная панель? Она как-то и коннектится с кислородом. Игра кончена, вас убил желтый говножук. Попробовать снова. И это, собственно говоря, наш корабль. Уровень 2 из 2, стоимость корабля 13, количество убийств 227. 227 жуков я убил всего. 4 кристалла, остаток кислорода 3. Суммарно 12170. Давай еще раз попробую, еще забежек один. Да, до конца, конечно, не получится пройти, слишком много времени займет. Но если вам понравится, можете проголосовать, можете отметить. Вот, и мы тогда затащим. Мы тогда, не знаю, можем, хотите стрим устроим по этой игре, хотите, что хотите, сделаем. Балка! Балка, привет. Корпус, привет. Броня, нихера вы мне сразу пандавали, подожди. Да мне сначала тогда корпус. А, все рядом. Хорошо, я понял тебя. Броня. Я буду найти вот сюда. И балка будет... Балка, ты что такая неудобная? Повернуть. Вот же можно повернуть. Алло. Вот, все. Ага. Хорошо. Пока оружия нету, но уже всякой дрянь я себе тут набрал. Вот. Какой в жопу кислород? Нет у меня никакого кислорода. Вот, только ХП. Летай сколько хочешь. Делай, что хочешь. Во, детальки. Тяха. Нету детальки. Ну скажите же, похоже немножко на спор. Ну серьезно. Кто играл в спор, тот поймет. Тот согласится. Кто не играл в спор, тот может сказать: да нет, не похоже, это про космос. Очень похоже. Не, ну здесь нет нихера. Хорошо, варпаемся дальше. Полетели. Так, тихо. Подкрался он ко мне, тут, понимаешь. Жопный жук. Так, кристаллы, вижу кристаллы, тихо. Током не разбить. Током кристаллы не разбить. Нужно искать хотя бы пилу. Или ракетницу. Мне кажется, ракетница тоже будет работать. Ай-яй-яй! Так, пойдемте планетки, короче, откроем. Они нам, может, что-нибудь дадут, может, что-нибудь покажут, может, что-нибудь, какую-нибудь примочечку нам. Блин, классная игра. Стоит прям... Сколько она стоит? 220, что ли, или 200 рублей стоит? Ой, маленький двигатель. Только надо немножко туда переделать будет, потому что он меня... Он ко мне немножко здесь, конечно, не лезет совсем, да? Давай так, я тогда эту штуку поставлю спереди, у меня на ней пушки будут, да, балки. А движок я поставлю зад. Все элементарно. Так, вторая планета. Здравствуйте. Блин, ну дайте мне какое-нибудь оружие хотя бы. Я с этим током сколько буду летать? Алло, слизни. Наведите меня на какой-нибудь заброшенный корабль. Lumberjack Dynasty. Это я понял. Это надо посмотреть. Хотя, наверное, так себе игрушка. Дайте кристаллы, пожалуйста. О, хорош. Молоток. Это, собственно говоря, о чем я говорил. Это у нас молоток. Куда тебе пришпандорить-то? Все. Он будет сбоку, ну и ладненько. Так, подлетаем. Бум. И кристалл наш. Видал? Подлетаем. Бум. И нет кристаллов. Так, все хорошо. Я не знаю, здесь есть еще кристалл или нет. Наверное, нету. Потому что это есть. Как что я так чуть не пропустил-то? Отдай кристаллы. Мои кристаллы, отдай кристаллы. Блин, как здесь неудобно летать. То есть, чтобы вы понимали, вот если я в таком положении, и чтобы мне полететь, меня еще шатает здесь, чтобы полететь, вот, допустим, вперед, чтобы полететь вперед, вот туда. Ну, для вас вот туда. Мне нужно нажать в бок, а не вперед. Ну, как бы и... Ну, это как очень запутанное управление, не знаю. Мы к этому нужно просто привыкнуть, потому что оно немножко другое, нежели в других играх, в которые я играл, в которых нужно было в космосе там летать, вот так свободно. Волос, уйди. Вот. Так, быстренько к планеткам. Быстренько к планеткам. Сейчас мы их исследуем. А жуков можно убивать молотком? Да. Это просто неудобно. Но это больше неудобно, потому что я молоток так поставил. Его нужно было на самом деле спереди. И сзади его ставить. Может, его сзади... А, тогда я движок не поставлю. Ну, извиняйте, ребят. Ну, вот у меня ток есть еще, хотите? Либо током, либо молотком. Выбирайте.
У вас есть две эвтаназии. Два вида. Два вида смерти. Еще одна броня, кстати. Блин, одни слизни, одни какой-то слизень прям вообще жестокий. Прям какой-то жирный. Ай, скат. Скат больно бьет. Так, вторая броня. До свидания. А вторая планета где-то здесь. Где-то вот она здесь внизу. А, нет. Подожди, потемнела она, потому что я ее изучил. Тогда полетели на свет. Только отвалить от меня. Опа. Был слизень и нет его. Что ты прям до хера? Серьезно. Ну-ка, отвалили от меня. Космослизни. Все, давай я током, короче, всех разрушу. Всех убью. Всех разобью. Блин, что там интересно будет? Может, есть какие-нибудь боссы? Или какие-нибудь супер уровни? Или какие-нибудь супер... Супер оружие, кстати, привет. Кристаллик, привет. Да, вот молотком бить вот в сторону вообще, вообще непонятно, как располагать свой корабль. Прям у меня мозг ломается, серьезно. Ой, лазер, ой, лазер, ой, лазер. Да сдохни ты. Лазер, привет, лазер, ты как раз... Ой, как раз на правильную сторону, прям молодец. Лазер прям хороший. Так, 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 еще немножко врагов вижу. Сейчас мы подлетим на правую сторону. Нужно вообще на ток было поменять. Ну или не обязательно. И это где они спавнятся, я правильно понимаю? То есть мне надо убить эту штуку, чтобы слизни не появлялись. Или нет, или это какой-то живой астероид, или... Ну а что это еще может быть? Без понятия. Опа. Все? Да зажать надо, ё-моё. Так, вот такая вот, короче, игрушка. К сожалению, время уже подошло к концу. Не будем долго затягивать. Пишите свои комментарии, понравилась ли вам она или нет. Мне понравилось. Можно, в принципе, и стримчик по ней запилить. Она такая прям не напряжная. То есть я... Children of Morta. То есть я сужу об игре для стрима следующим образом. То есть если она такая не экшона, то есть, ну вот, Counter-Strike для стрима... Норм, когда, то есть, когда ты можешь читать чат, если у тебя время читать чат. Если у тебя времени нету, как, допустим, какой-нибудь гонка, допустим, вот если ты куда-нибудь едешь, вот, вообще нет времени читать чат. Там для этого подходит очень хорошо. А вот игра тоже, типа, спокойненько слизни там поубивал, почитал, поубивал, вот, ну, чтобы общаться можно было. Короче, вот такая вот игра. Спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте нравится. Еще раз назову, как игра называется, Space Scavenger. Вот. Всем пока.